Здравствуйте, друзья! Сегодня настал момент показать все-таки вам результат моей совместной посадки морковки дрожжированной и лука кармен. На мой взгляд, результат просто вот так. У меня чисто случайно есть с собой весы. Грамм и 320 грамм. Ну, лучок с ним все понятно. Дернем-ка морковку, посмотрим, что здесь выросло. Ай, обломалось. Ну, не суть, важно. Давайте ее взвесим. Маленькая и не очень. Итак, не очень маленькая. 166 грамм. Я думаю, что это, в принципе, достаточно. Выкапывать надо лопатой все-таки, потому что земля получилась тугая. Вот такая совместная посадка, когда морковка у нас весит 165 грамм, а лучок у нас весит 380 грамм. Я считаю, что это нормальная совместная посадка. Она имеет право места быть. Все утверждали, что ничего у тебя не получится, ничего не вырастет. Либо морковь будет мелкая, либо лук. Но у меня уже семья давно ест отсюда, с этой грядки. И морковку, и лучок просто шикарно. Лук, напомню, кармен меня поразил. Буду искать в следующем году тоже сажать такой лук. Салатный лук красный. Вот такие вот головки вырастают. Не все, конечно, есть и помельче. На мой взгляд, достойный лук. Я считаю, достойный. Грядка эта была подготовлена заранее. Глубина заложения больше 40 сантиметров. Слоями трава, просев грунта, трава, доломитка и так далее. И еще я добавлял один секретный ингредиент. Это рыбокостная мука. На мой взгляд, это самое хорошее органическое фосфорное удобрение. Кстати, почему-то я забыл про нее при формировке вот этой гряды, в которую я посадил еще раз морковку, добавив туда суперфосфата. Ну, посмотрим и сравним заодно, что из них лучше себя покажет на этих же сортах моркови. Дорогие друзья, ну, я надеюсь, вы поняли, что совместная посадка лука и морковки у меня, например, удалась. Мне показалось, что это самое то, что нужно. То есть рядок на рядок, и нужно пореже немножко все-таки сажать, будет удобнее обрабатывать, возможно. Хотя, в принципе, я не запомнил таких каких-то прям вот кардинальных, мне не понравились которые вещи, я не запомнил. Друзья, напоминаю вам, что я показываю, как делаю я. То есть, если вы посадите свою землю, такой результат может не получиться. То есть, если вы повторите весь цикл, который я делаю, возможно, у вас получится даже лучше, чем у меня. Но не стоит вырывать из контекста какую-то одну часть. То есть, я подготовил грядку специально под морковку и под лучок. Посадил их, сажал я эту грядку на песочек, то есть, сантиметр песка насыпал. И после этого, как бы, вот так у меня такой результат. Какой результат будет у вас, я не знаю. Ссылки на ролики, как я готовил грядку под эту, как я сажал эту морковку, будут под этим роликом. Вставлять все в один ролик я не вижу смысла, потому что просматривать потом получасовой ролик, как посадить морковку, вряд ли кто-то будет. Как посадить морковку, посмотрите в следующем году тот же старый мой ролик. Кстати, я продолжил эксперименты и посадил еще раз морковку в самом-самом конце июля. Посмотрим, успеет ли она вырасти в этом сезоне или нет. Дорогие друзья, спасибо, что уделили время и досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайк, если видео вам было полезно и интересно. До свидания, друзья. До новых встреч.